Всем привет! Сейчас я еду в колледж. Еду учиться, получать знания. Сегодня как раз начало недели. Ой, хорошо, только сегодня пасмурная погода. Вчера было так хорошо, 66 градусов. Наш кабинет. Итак, у нас первый урок закончился, у нас сейчас будет лабораторная работа. Писали мы лекцию, всякие микробы рисовали. Ну, это я так просто. Вот, зашла, именно называется bookstore. В каждом колледже есть bookstore свой, потому что именно книжки, они предназначены именно для этого колледжа. Например, если я беру биологию в этом колледже, у меня учитель определенный, он не может учить в другом колледже. И книжку я не могу найти в другом колледже, именно ту, которую мне нужно. Поэтому мне пришлось, из-за того, что я беру здесь микробиологию, мне пришлось лабораторную работу купить именно в этом колледже. Я никогда здесь не была, в bookstore не зашла. Он очень огромный, красивый. С обратной стороны, когда идти, то там просто затемненные окна. Интересненько. Тут много всего. Кофт очень много. У нас тоже есть и портфели есть, но здесь как-то слишком много. Вот так, видите, затемненные окошки. И улочка такая милая-милая. Все такое огромное, прям вообще университет, кажется. Но нет, это все просто колледж. Мне кажется, если в одном кемпусе где-то там проходит урок, и через 5 минут в другом надо будет просто брать велосипед и ездить. А, ну да. Вон велосипедики стоят. Какая прекрасная погода. Давайте сейчас зайдем в столовую. Вау. Какая огромная столовая. Не такая, как у нас в колледже, в котором я училась в прошлом семестре. Ого, какая огромная. Что у нас здесь? Subway. Прям как и у нас есть. Надо будет как-то видео снять, что продается в колледже. Но я сейчас как раз, так я думаю, я могу пройти с портфелем даже со своим. Сейчас мы посмотрим, какие цены, что здесь. Йогурты, всякий милкшейк. 4,19, отлично. Напитки, ну что у нас, как и в нашем колледже, бутербродики по 4. 4 доллара. Вот такие бутерброды. Потом фруктовый салатик, обычная водичка. Вот у нас еще там суши продают. Суши имеют отдельную цену. 5,39. Потом другие суши другую цену имеют. Здесь есть еще Starbucks. О, вот. Что здесь? Класс, смотрите, здесь даже супы есть. Что, какой суп? Вот это. Вермишелевый суп. И стоит, смотрите, 3,49. Это большая чашечка. Ой, а это что? Split pea. Вау. Жалко, что пахнет. Оно не пахнет, если честно. Всякие уже готовые бутерброды. Сразу цена. Картошка. Это так они могут подходить и пробовать. Неплохо. Так, что здесь? О, тут они заказывают. Ух ты, типа как Whole Foods. Они говорят, что они хотят, им там складывают прям салат. У нас тоже такое в колледже, только это не так у нас все, оно стоит. Так, что здесь у нас? Пицца. Ого, два куска пиццы, 6,49 плюс напиток. А, ну да, 3,19 обычная пицца, один слайс. Точно так же самое, как и у нас в колледже. Да, у нас тоже такая эконом-пропозиция называется. Класс, мне нравится. В принципе, то же самое, просто больше места здесь, огромный зал и теплее. А у нас так все проходная какая-то, сквозняк. Ладно, буду я сейчас выходить и уже поеду делать уроки. Какая красота. Все-таки мне нравится этот колледж. Он такой просторный, огромная столовая, в которую я никогда не буду заходить, но все равно так миленько ходить. Много людей. Интересно. Интересно. Помните это? Ой, я воды хочу. А, домой! А меня встретил
такой прекрасный мальчик. Пойдем, Жаб. Пойдем кушать. Да, Жаб? Да, Жаб? Сёнечка, Сёнечка, такой галёзе. Ну, я и Вазика выведу через часик в туалет. Он у меня не то что по часам, я просто знаю примерно, когда ему надо в туалет идти, потому что если я его, например, в 7 утра вывожу или в 6.40, то я знаю, что в обед он может потерпеть. До обеда это где-то в часика 2-3 он писает, а потом вечером часов 9 он писает. И все, 3 раза в день он, малыш, писает, да? Все. Знаете, что мне нравится? Мне нравится то, что наши учителя, они выставляют какую-то презентацию, никакую, а презентацию та, которая будет у нас на уроке. И классно то, что студенты имеют доступ к этим презентациям, и они могут распечатывать их и потом просто делать ноутс какие-то прямо во время урока, а не просто переписывать, например, вот идет. И поэтому учительница, когда говорит, например, там какие-то картинки, эукариоты, прокариоты, какие, как они различаются, какие разновидности бывают, что бактерия, какие они бывают, бактерии, что внутри, ядро есть, нуклеус, вот, видите. И поэтому, чтобы это все не писать, не тратить время, то это классно просто делать ноутс. It's the best indicator. So don't forget, we have a new video out every day during the Olympics. У нас сейчас лабораторная работа по химии. Надо это сейчас. There you go. There you go. Right. You'll get good at that, and it won't seem nearly as scary. Thank you. Классно как. All right. Do you have to wait for it to boil, or just throw it in? I think you can just throw it in there and then wait for it to boil. I mean, should we be wearing gloves for this? I don't know. She didn't tell us. How much time do we need to wait? I'm gonna wash my hands. The camera. Tripod. We should bring it. Oh, damn! We должны еще спать чуть-чуть. We need to clean our spot. Place the lighter burner under the tin. Is there a petri dish? I'll get a petri dish. Все, начнем. Все. Уже время прошло, мы жидкость, которая здесь была, она такая была застывшая. Мы ее нагрели и перевели в такую штучку. Но под низом мы написали имя и время. Типа наше имя. И нам учительница сказала теперь подождать минут 20, пока оно все застынет, а потом мы будем рисовать. Наша, моя тарелочка и моей партнерши. Я буду рисовать. И потом писать. А потом мы, наверное, я не знаю, что мы будем с ним делать, но учительница сказала, что мы будем работать с этой штукой 2 дня. Интересно. И мы только что уже, оно остудилось, застыло. Мы сняли крышку и поставили в какое-то место. Кто-то пошел, поставил в туалет, кто-то на улице. Я поставила вот на той полочке. И мы сейчас собираем, ждем 20-30 минут, чтобы собрать все микробы. А потом мы будем брать мазок и смотреть под микроскоп. Это же круто вообще. Посмотрим, какими микробами мы дышим. Это у нас для этих, для пробников, для пробирок. Вот эти штучки потом. У нас вот там газ идет с этих синих краников. Газ. Тут всякие кислоты, мне кажется. Но мы еще ними не пользовались, поэтому не знаю. Потом у нас такие держачки, чтобы пробники... вот то, видите, как клипса такая. Как булавка, но то пробники. Что это? Это тоже такое непонятное. Мы будем этим всем пользоваться только со временем. Все постепенно. Очень интересно. Интересно смотреть под микроскоп. Вот это да. Do you remember time? Of what? When we left. Yeah, it was 10:09. Okay. 10:09 мы оставили, и нам еще... 30 minutes or 25? 20 to 30. Okay. 30, you just get more. Okay. А, ну окей, с 20 до 30 минут мы будем держать, потому что если чем дольше, тем больше микробов мы можем увидеть там. Поэтому так что так, да. Кстати, нам учительница ж вот сказала купить такие стеклышки для этого, чтобы делать эксперименты. Вот вы это знаете. Тут кладут всяких микробов. Микробов. Так, потом здесь тоненькие стеклышки такие. Это чтобы, например, жидкость капнули бы.
на стеклышко, и потом пора прикрыть стеклышком другим тоненьким таким, и уже под микроскоп лента, чтобы написать, чтобы наклеить на стеклышко и понять, где именно микроб лежит. И потом вот этот для линз. У нас такая как бумажка, которая чистит microscope lens. Пришла я делать appointment, чтобы со мной репетитор занимался. Что я вижу? Химию. Сейчас учительница сказала, если будешь ходить 8 недель, типа 8 раз к репетитору, она дарит 10 баллов. А это 1% из 100 за весь курс. Мне это важно. Поэтому я все беру, чтобы получить 100% эйку. Мне сказали сесть и ждать. Вот и жду. Я вам сейчас кое-что покажу. Смотрите, у нас по вечерам и вообще днем есть такая машинка, которая их возит. Сейчас вечер, у меня только урок закончился. Я села. Круто, очень здорово. Ездить. Тебя сразу же прям от колледжа подвозят к этому, к парковке, чтобы ты просто не ходил пешком. Скажите, круто. Это бесплатный транспорт. Это классная работа этого парнишки, который работает. Он просто ездит каждыми днями, целыми днями и возит людей. Круто. Просто привезли. Классно. Я счастлива. У меня прям счастье на лице. Меня привезли. Я вышла с колледжа, я никогда не каталась на этой машинке. А тут иду, она полностью пустая. Ну, там сзади были девочки сидели. И я говорю, можно? Я так подхожу, как будто так не надо, потому что я всегда видела, что садятся люди. Я подошла, говорю, можно? Они, да? Я говорю, а можно наперед? Конечно! Класс, теперь я буду использовать всегда этот транспорт, когда буду заканчивать уроки так поздно. Здорово! Доброе утро, вы только посмотрите, что у нас творится на дороге. Ничего не видно. Ничего! Мама родная! Смотрите, это окна у меня чистые. Это просто на улице стоит сейчас этот фог. Ой, мамочки! Ой, мама родная, вы только посмотрите на это. Вообще ничего не видно. Но только можно различать, если есть машина передо мной. Вау. Вот это да. Вот это да. Мама родная. Я просто при таком тумане еще... Я уже ездила. Просто ночью было оно одно. Но сейчас же не ночь. Так все. Вау. Так, зеленый светофор, можем ехать. Как вам определение светофора? Ай. Вот это надо быть аккуратненько. Смотрите, что у нас на территории колледжа растет. Куст какой-то. Вау. Смотрите, какие милашные. И прям мягенькие такие. Как калина, только не калина. Все уникальное растение. Посмотрите, вот прошло время уже, наши бактерии выросли. Вау. Сейчас мы должны нарисовать их. Смотрите, они даже разным цветом. Сейчас мы их покроем йодом, посмотрим, как они будут реагировать. У меня просто какая-то букашка, маленькая такая, одна. Значит, у нас в классе чисто. I want to focus. Это еще одни бактерии, мы смотрим. Oh,
Сейчас вот посмотрите, какой еще мы посмотрели, нашли. Вау, как круто. Так, что вот мы делаем? Это моя была моя ошибка. Я наклеила. So interesting. Сейчас вот у нас есть такая, смотрите, прям как машинка такая, а в этой машинке можно покупать, вот, чтобы не идти в букстор, у нас в колледже можно в таких машинках купить, если вот срочно надо. Вот это Scantron называется. Это для контрольных работ всегда. Ну, уже такие серьезные классы, не просто там грамматика или там какие-то, а вот, например, химия. Некоторые учителя требуют вот такие, как я брала. Ну, я еще не знаю систему этого. Но тут легко, видите, 50 вопросов всего, и выбираешь A, B, C, D, чтобы потом учителю легче было проверять, а не каракули высчитывать. Вот это стоит 2,85. Вы просто вставляете денежки, сколько нужно, потом выбираете номер. Вот номер 10, и все. Вот этот, не знаю, пластырь. Тут пластырь с салфеткой, потом Тайланол. Видите, прям таблетки, и сразу цена. Потом тетрадка. Именно тоже для контрольных работ с карандашом, это здорово, 2,65. Потом блокнот за доллар 35. Ух ты, я хочу такие карандаши. Мне надо в Walmart нормально пойти купить хорошие. Потом Bayer, видите, кларитин. Потом у нас есть подстругачка, наушники за $2. Прикольно, стирачка. Карандаши обычные, потом вот такие индекс-карточки, flashcards. $1.60. Потом есть, видите, вот это для контрольных работ, и только одна штука 50 центов. Или здесь. Сколько здесь? Ну, где-то примерно, наверное, не знаю, если стоит 2,85, значит, там должно быть штук 6, как минимум. 5, как минимум. Вот здорово. Ставите, сдача вам выпадает там. И все. Вот это удобно. Посмотрите, что у нас появилось. Вот только посмотрите! Какие цветы прям на дереве, а я прохожу и не могу понять, что за запах стоит. Вау, у нас весна! Ура! Какая красота! Супер! Увидимся! Все, всем говори пока, хвостиком маши и говори пока! Увидимся в следующем видео. Не забывайте писать ваши комментарии и подписываться на канал. Пока-пока! Пока-пока! You and me are born of regularity.